Здравствуйте! В эфире программа «Агросектор» с обзором основных событий в аграрной жизни республики, в студии Раима Абдуллаева. Представитель правительства Дагестана Артем Сдунов встретился с коллективом Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Он заслушал информацию о работе ведомства, ознакомился с проблемами, а также обговорил основные направления развития – растениеводство, животноводство, виноградарство и перерабатывающей промышленности. Было отмечено, что Дагестан – аграрная республика. У нас в сельской местности проживает более 50% населения. В 2017 году мы вырастили 1,5 миллиона тонн овощей, 170 тысяч тонн плодов, более 160 тысяч тонн винограда. Это лучшие показатели за последние десятилетия. Доля сельского хозяйства общего регионального валового продукта составляет 17%, а в суммарном выражении это составляет 123 миллиарда рублей. Последние три года, значит, аграрный сектор развивается динамически. Индекс развития составляет 105-106%. Значит, мы гордимся своим брендом как развитие овцеводства, который последние годы и в прошлом, и в этом году мы перешли уже от продажи поголовья в нашей стране, уже за пределами нашей страны. Значит, в прошлом году мы продали по соглашениям Ирана около 350 тонн. В этом году есть заключены договоры на 2500 тонн и плюс заключены соглашения с Татарстаном на 1500 тонн. И хороший успех мы имеем последние годы по виноградарству. Значит, занимаем второе место в Российской Федерации после Краснодарского края. При очевидном подъеме отрасли есть серьезные проблемы. У нас катастрофически не хватает фрукта и овощей хранилищ. Кроме того, очень сложная ситуация с закупкой сельскохозяйственной техники. Вообще хранилище для фруктов овощей – это приоритет. Без него мы дальше двинуться не сможем. Мы не сможем влиять на ценовую политику, да? Мы не сможем влиять на обеспеченность собственного населения и экспорт. Это вы обозначили, как бы надо сразу пути решения находить. Давайте берем на контроль и ведем. Второе, я как бы услышал по недостаточности сельхозтехники, да? Да. Это... Причем здесь ситуация еще более сложная. Она дорогая, она недоступна, я это услышал, правильно? Ну, мы проводили совещание уже по Росагролизингу. Я повторюсь здесь, потому что не все были. Если мы таким образом будем выстраивать отношения с федеральной структурой, то, конечно, мы там никакой помощи больше просить не сможем. Такой процент невозврата огромный. Причем непонятного невозврата, а может быть даже и понятного с точки зрения, что не относилось никак к развитию сельского хозяйства. Это во-первых. Во-вторых, то авансовые платежи, которые доходят до 40%, при возможности 7% авансовых платежей, да, вы понимаете, мы платим за риск, мы платим за то, что мы такие. Конечно, здесь ситуацию коренным образом надо менять. В зимние месяцы, в период прекращения подачи воды сельхозпроизводителя Минмелиотхоз в русле водоканала Самур-Дербент проводит работу по очистке. Несмотря на неоднократные предупреждения, жители Дербента и города Дагестанские огни выбрасывают в канал бытовые отходы. Это отражается на пропускной способности водопровода. Кроме того, даже поливная вода должна соответствовать определенным санитарным требованиям. Масштабные работы по реконструкции Самур-Дербентского канала проводились в 2015 году. Вычищали в том числе и мусор, накопившийся десятилетиями, который затруднял движение воды. При пропускной способности в 9 кубов в секунду мощность потока была всего 1,5 куба. Разницу в водоснабжении после проведенных тогда работ почувствовали аграрии, хозяев сразу 5 районов республики. Ведь этой водой орошается около 30 тысяч гектаров сельхозугодия. Кроме того, именно из этого канала вода также подается в охотничьи угодья Кайкенского района и в уникальное озеро Аджи. Спустя всего 2 года канал опять завален мусором. В Дербенте, вопреки всем нормам градостроительства, канал застраивается капитальными объектами. Кроме того, на протяжении 8 километров в черте города его пересекает 6 мостовых переходов. Это тоже проблемные зоны. Вот зимний период времени мы прекращаем подачу воды по каналам. Да, они думают, что это мусорная свалка. Но на самом деле это совсем не так. И все, что у них есть, весь мусор, они привыкли выбрасывать канал. Но это нам создает определенные проблемы. Ну, естественно, и в Дербенте, в городе Дербенте у нас есть туннельная часть, которую мы тоже возникают периодические проблемы.
тоже из-за того, что население сбрасывает крупный мусор, крупные строительные отходы, бытовую мусору. Там попадаются диваны, холодильники, телевизоры, разные крупногабаритные такие вещи. Поэтому они создают подпор, туннель он попадает, и из-за этого бывают проблемы. Весной 2018 года в одном только Дербентском районе планируется посадить около 500 гектаров виноградника. Закладку садов планируют аграрии Кайкенского и Кайтакского районов. Вода нужна всем, но самое парадоксальное – жители городов Дербент и Дагестанские огни сами качают насосами воду из канала и используют ее для бытовых нужд. При этом все равно сбрасывают сюда мусор. В связи с обращением хочу обратиться к народу города Дербента, Дагестанские огни, Мамедкала, кто вдоль канала от головы до конца, просьба, чтобы не бросать мусор в канал. Канал общий для всего народа. Канал нужен. Бытовой мусор, непонятный. Просьба народу, чтобы не закидывали эти тоже вещи. Потому что трудно отсчитать. Черты города, километр 300 канал уходит под землю. Наверху строение. Туда зайти проблема. Это большая проблема. В прошлом году мы столкнулись. Пробка была в черте города на улице Мамедбеку. Каким трудом вытащили, мы знаем. Другим это не дано. Участок канала протяженностью 8 километров включен в федеральную целевую программу реконструкции. Уже осенью этого года будет начато бетонирование русла в районе Дербента. Дагестан является одной из житниц производства экологически чистого мяса. Это преимущество необходимо и в дальнейшем развивать. Так считают московские производители пробиотиков, кормовых добавок для скота. Согласно утверждениям посетивших республику производителей, пробиотики являются достойной альтернативой антибиотикам, экологически чистым продуктам, после применения которого у животных повышается иммунитет, устойчивость к стрессовым факторам и так далее. В агрофирме ЧОК, что расположено в Кумтыркалинском районе, помимо многочисленных овечьих отар, содержат еще около 1500 голов крупнорогатого скота, в основном красностепной породы. Именно это предприятие, одно из первых в республике, решило участвовать в эксперименте. И вот результат. Спустя 2 месяца. Из расчета 0,25 грамм на голову ежедневно в течение месяца, в течение полтора месяца мы давали этот препарат. И понаблюдали, как они себя ведут, какое состояние. Вот сегодня вы, наверное, видите, сами ощущаете, что когда первый день, когда мы были здесь, они кашляли. От кашля даже невозможно было здесь, мы не могли даже разговаривать. А сейчас абсолютно ни одного кашля, ничего мы не чувствуем. Состояние этого поголовья прекрасные, шерсть блестит, вот, поправились они. И со слов наших обслуживающих персонала, руководства хозяйства, они начали меньше поедать корма. Почти на 30-35% с их слов меньше поедать. Это связано с нашими пробиотиками. Пробиотики – это непатогенные для животного микроорганизмы, способные восстанавливать нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. При их применении за счет повышения усвоения кормов для скота уменьшается себестоимость производства мяса. Появляется возможность сократить использование антибиотиков при лечении скота. У нас задача стоит в том, чтобы новые технологии, модернизация – обязательно внедрить в животноводство Республики Дагестан. Провели здесь агрофирма ЧОХ вопросы на подопытных телок. И вот результат видно будет. Я думаю, результат будет положительный. Это надо внедрить не только здесь, это надо внедрить по всему Дагестану. Это необходимость такого есть. Более 1500 гектаров новых виноградников будет заложено в Дагестане в 2018 году. Тем самым республика сохранит объемы закладки на уровне 2017 года. Весной этого года будет посажено 530 гектаров. Остальная часть виноградников будет заложена осенью. Отметим, что по итогам 2017 года в Дагестане был собран рекордный урожай винограда – более 160 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 93 центнера с гектара. Кстати, в некоторых районах Дагестана посадки идут даже в эти теплые для зимы дни. И у меня сегодня в гостях начальник отдела развития виноградарства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Магомедов Надыр Джалилович. Надыр Джалилович, добрый вечер. Руководитель совхоза имени Наримана Алиева Атаев Махач Зайналович. Махач Зайналович, добрый вечер. Будем, конечно, говорить о том, какие уже посадки у нас в республике ведутся.
виноградников, сколько предстоит посадить. Вообще, по итогам последних лет, Надыр Джалилович, примерно около 1500 гектаров мы сажаем каждый год. Вот такая тенденция сохранится в этом году? За 5 лет мы посадили более 8500 гектаров виноградников. И такая положительная динамика каждый год, за исключением 2015 года, когда осенние дожди нам немножко оказали такое ввели в затруднительное положение, и мы смогли выполнить где-то порядка 60% от намеченного плана. Угу. Динамика такая будет продолжаться как минимум на период действия программы до 2020 года. Угу. Мы ежегодно планируем не менее 1500 гектаров посадки новых виноградников. А, Махач Зайналович, сколько посадили в прошлом году, сколько собираетесь, планируете вообще посадить в этом году? В прошлом году мы посадили 175 гектаров, в этом году уже на сегодняшний день посажено 100 гектаров, и в плане у нас до конца 2018 года посадить 500 гектаров молодых виноградников. Вот, насколько я знаю, даже вот в эти дни, в общем-то, нам повезло, да, что у нас такая мягкая зима, у вас в эти дни тоже идет посадка. Ну да, но чуть-чуть погода подводит, потому что дожди в нашей стороне, в Юждаге, а так работа ни на одну минуту не останавливается. Uh-huh. А что сажаете, какие сорта, откуда вообще привезли посадочный материал? Посадочный материал привезли с Республики Сербии. Это все практически технические сорта, такие как Мерло, Шардоне, Альгате, Рислинг. А, Надыр Джалилович, скажите, пожалуйста, в каких районах еще у нас идет такая интенсивная посадка? Некоторые районы перещеголяли, скажем так, нашего флагмана, Дербентский район. Активные посадки сегодня идут в Кайтакском районе, в Табасаранском районе. Сегодня уже на весну в Табасаранском районе тоже завершили до 90 гектаров уже посажено. Работа продолжается, но из-за дождей приостановлена эта работа. Такая же работа ведется и в Сулейман-Старльском районе. Вернее, это земли не Сулейман-Старльского района, но на территории Сулейман-Старльского района. Мы осенью только посадили более 700 гектаров виноградников в прошлом году. Посадочный материал у нас в основном свой, собственный, выращенный в республике. За исключением части, порядка 30% посадочного материала у нас было завезено извне. Это весь завезенный посадочный материал, это привитой посадочный материал. В основном классические сорта направлены. Какие саженцы лучше приживаются все-таки? Вопрос приживаемости зависит от выполнения агротехнических работ, но тут все зависит, как ухаживать за посадочным материалом. И корни собственные, и привитые при надлежащем уходе дают хорошую приживаемость и уход. Все зависит от состояния, от качества посадочного материала и выполнения агротехнических мероприятий по посадке. Вот в совхозе Алиева больше технические сорта сажают, а в общем по республике какая тенденция, столовые сорта или технические? Сегодня в связи с тем, что актуален вопрос реализации винограда в свежем виде, производство винограда для хранения, сегодня тенденция немножко поменялась, и практически так получается, что посадки идут как столовыми, так и техническими сортами. Порядка 55% сегодня получается техническими сортами, где-то 45% площадей сажают столовыми сортами. Вот мы говорим о том, что пока вот в эти годы, ну, 1500 гектаров, это все-таки много для нашей республики, земли у нас не так еще много. Сколько лет мы можем еще вот так вот такими интенсивными темпами сажать? Подходящих для закладки виноградников имеется не менее 10 тысяч гектаров виноградников. Поэтому в ближайшие годы мы еще можем сажать. Плюс виноградник, который выходят из эксплуатации ввиду завершения срока эксплуатации или уже старые, которые непродуктивные, низкопродуктивные виноградники, они выходят из оборота. Мы имеем не менее 10 тысяч площадей, пригодных для закладки виноградников. Стадия закладки виноградников, люди получают госпомощь. А вот дальше, насколько убедиться в том, что люди
А сажали эти виноградники не только для того, чтобы получить какую-то господдержку, а вот дальше, как вот проходит эксплуатация, как они вообще, вот, насколько они приносят урожай, как это все отслеживается? Об том, что виноградник не просто сажает для того, чтобы получить субсидии, свидетельствует то, что мы вводим молодые виноградники в эксплуатацию, и уже, как вы знаете, в прошлом году мы получили рекордный за последние 30 лет урожай винограда, без малого 170 тысяч тонн винограда. Это свидетельствует о том, что виноградники ухаживаются и вводятся в эксплуатацию, естественно, улучшается качество самих насаждений, и молодые виноградники, они более продуктивны, чем уже с истекшим сроком эксплуатации. Поэтому мы обязательно прослеживаем, мы контролируем посадки до вступления в плодоношение. Не скажу, что не встречаются нерадивые хозяйственники тоже. Есть виноградники, которые пытаются только для получения субсидий, но здесь это жестко пресекается. Есть у нас рычаги, поэтому все виноградники, которые закладываются, молодые виноградники, до вступления в плодоношение, нами в обязательном порядке мониторятся. Махач Зайналович, как у вас вообще с урожаем? Сколько собрали урожая в прошлом году? Вообще вы, получается, одни из первых начинаете, да? Вот в прошлом году мы у вас были, получается, вы одни из первых начинаете собирать урожай. У вас ранний вот этот сорт, примера, да. Вот с августа месяца мы начинаем сбор винограда, и практически до конца сентября месяца, начала октября мы проводим сбор. То есть у вас вот так интересно все, да, чтобы постоянно была работа? Да. У нас посажены сорта таким образом, чтобы постоянно не было перерывов между сбором винограда. Угу. В прошлом году мы собрали 6373 тонны, это где-то 10 центнеров. 10 тонн с гектара. Это был неплохой год, урожайный год для совхоза «Лива». И я думаю, уже 2018 год у нас уже есть новые молодые виноградники, которые нам дадут еще больше урожая. По поводу того, что нашей продукции вообще заинтересовались другие регионы. Вот мы говорили, что в этом году у нас начнутся поставки, ну, кроме того, что мы будем баранину, там рис, еще достаточно большую партию продукции, ну, коньячную, виноводочную продукцию Республика Татарстан у нас будет закупать. Какие еще регионы заинтересованы в нашей продукции? У нас не только алкогольная продукция, у нас и продукция непосредственно винограда. Свежий виноград. Да, кто у нас покупает виноград? Свежий виноград? Наш виноград доходит и до некоторых районов Урала тоже. В Екатеринбурге есть такая информация. В основном центральные регионы России. Новгород, Москва, Подмосковье, Липецк. Вот есть такая информация, что туда доходит наш виноград. География распространения алкогольной продукции, она гораздо шире. Нашу алкогольную продукцию вплоть до северных регионов можно и шампанское, и коньяки. Ну, все это зависит от работы, естественно, самих предприятий, производящих алкоголь, ну и мы тоже. Есть информация, что наша продукция даже отпускалась в Китай. Это сотрудничество ООО «Кристалл Каспий» с китайскими организациями позволило им поставить определенный объем до 90 тысяч бутылок вина в Китае. Мы часто с вами участвуем на различного рода выставках, в том числе, где всегда бывает наша такая растениеводческая продукция представлена, в том числе и виноград. Вот, может быть, какие-то регионы вот именно заинтересовались, вот, чтобы вот более такие массовые? Были предложения, я же говорю, были предложения и с центральных регионов России, с Саратовской области было, я помню, с Ленинградской области приезжали. Они с Москвы, они готовы были, в общем, организовать поставки нашего винограда в свои сети. Но там какие-то параметры что-то не выдерживали, поэтому... А что нужно нашим виноградарям, чтобы вот наш виноград, как вы говорите, выдерживал параметры? Чего не хватает? Нужно повысить качество ухода, именно производить виноград для этих целей. То есть там, естественно, больше внимания уделять агротехмероприятиям, чтобы этот виноград, он
был одного размера, был нарядным, ну, чтобы заманить... Презентабельным, чтобы... Презентабельным, да. И поэтому, помимо вкусовых качеств, которыми мы можем сегодня похвастаться, у нас немножко недостает именно вот в этом плане организовать внешний вид нашей продукции. Махач Зайналович, скажите, пожалуйста, у вас большая часть винограда все-таки перерабатывается, да? А да. В свежем виде что-то реализуется? Нет, мы практически весь наш виноград перерабатываем, и населению не... А есть в планах все-таки сажать, и чтобы в свежем виде тоже реализовывать? Ну да, вот в этом году у нас по плану мы должны сажать все технические сорта, чтобы обеспечить свое производство. А уже на будущий год, на 2019 год, мы будем сажать уже столовые сорта винограда, чтобы уже и реализовывать или как дальнейшего хранения в холодильниках и реализация его. А более поздние вас, сроки. Есть у вас где хранить? Как Нет, мы будем строить холодильники для хранения и будем реализовывать более поздние сроки. А какие сорта будете в столовой в следующем году сажать? Ну, я думаю, мы будем сажать в основном наши районированные сорта. Это такие, как Агадаи, Молдова, Августин. Они более, думаю, для наших условий более лучше подходят. Оптимальный такой популярный сорт Августин, да? У нас большая часть наших виноградарей очень любят этот сорт за вот его такие хорошие качества. У нас очень много в торговых центрах, ну, винограда вот сейчас все-таки реализуется. Откуда он? В Южной Америке. Это из Армении, это Узбекистан. Тоже география разная поставок. К сожалению... Вообще, конечно, очень обидно, что мы такая вот крупнейшая... Виноградный регион. Да, виноградный регион, и едим чужой виноград. Да, вообще. На рынке, к сожалению, очень-очень редко можно встретить свой виноград. Хотя сегодня уже в Москву отгружали, ну, на той неделе отгружали. Есть у нас КФХ-садовод, есть у него хранилище. Он отгружал виноград в Москву. Потом есть в Кайкенском районе небольшое хранилище, до 80 тонн было им отгружено в Москву. Вот. Есть и Игорь Тюз, но тот закончил свою отгрузку еще до конца прошлого года. В декабре у него уже ничего не осталось, он отгрузил. То же самое и Губ Каспий, то, что было заложено, они отгрузили. Ага. Махач Зайналович, у вас, ну, как бы вот в планах просто, или вы уже непосредственно, как бы, да, уже нашли, кто вам будет строить, по какой технологии, вот, хранилище? Ну, конечно, это все в планах, потому что еще мы... Дорогое все-таки удовольствие. Да, еще и виноград у нас для, специально для этого холодильника не посажен, для хранения. То поэтому это не ближайшее будущее? Это уже будущий год. Угу. Это все начнется в будущем году. Ближайшая перспектива. Да, это перспектива. Да. Махач Зайналович, когда вот в ближайшие дни вот у вас там дожди, когда все-таки опять приступите? Ну, я думаю, уже с начала следующей недели мы уже приступим к посадке молодых виноградников наших. Ну, я думаю, что мы с Надыром Джалиловичем приедем к вам, будем непосредственно участвовать в этом прошлом процессе. Рад вас видеть. Ладно, я благодарю вас за участие в нашей программе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания, до встречи в эфире.